Физкульт-привет, друзья! Давненько не выходил с вами на связь. Пообщаемся немножечко. Если у вас есть, накопились вопросы, пишите их в прямой эфир. Попробуем поотвечать на те, которые успеем. Пока вы копите ваши вопросы, расскажу вам о том, что смотрел сегодня в очередной раз с утречка, пока завтракал, то, что выпускают другие блогеры. Заинтересовал один ролик, стоит ли слушать советчиков в зале. Конечно, тема такая двоякая, там мужичок, блогер, инструктор, тренирует людей так же, как и я, и вживую, и через Инстаграм. И очень сильно возмущался тому, что люди, которые берут у него методики, покупают у него методики, слушают других людей, что советуют другие люди в тренажерном зале. Действительно, такая ситуация двоякая, как и у любого вопроса, как вы понимаете, есть две стороны, две медали, как принято говорить. Что я думаю по этому вопросу? Ну, я не столь категоричен, я призываю вас все-таки слушать, прислушиваться ко мне и ко всем другим блогерам, учебникам, к любой информации, какую вы только можете найти. Конечно, когда вы покупаете какую-то методику у какого-либо тренера, я все-таки надеюсь на то, что вы пропускаете сначала через себя всю ту информацию, которую дает вам этот человек, изучаете немножечко вопрос. И насколько это корректно или некорректно менять программу, прислушиваться к другим, это все-таки личное дело каждого человека, я считаю. Но прислушиваться к рекомендациям, сколько подходов, повторений делать, все-таки необходимо. Но если вас и очень много людей все-таки поправляют в технике, а ваш тренер говорит вам все равно, что эта техника правильная, здесь, я считаю, вы вправе и вы обязаны перед самим собой все же задуматься как минимум, и изучить этот вопрос более серьезно и более досконально, если вы, конечно, переживаете о своем здоровье. Но, друзья, перед тем, как покупать методики, программы, чтобы не возникало лишних вопросов между тренером, а очень важно, как говорит один известный тренер российский, между учеником и тренером, неважно, мужчина, женщина, женщина, мужчина, 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 женщина, женщина, здесь это не важно. Здесь важно ощущение взаимопонимания. Особенно тренер должен чувствовать своего ученика, как хорошая мама чувствует своего ребенка. У меня с мамой, наверное, до 30 лет была просто идеальная связь. Мы очень хорошо друг друга чувствовали. И я думаю, вы сейчас понимаете, о чем я говорю. Так, чтобы такое было, вы должны целиком и полностью действительно доверять вашему тренеру, доверять его рекомендациям, особенно, конечно, в технике выполнения упражнений, в подборе самих упражнений. Мою точку зрения относительно тренинга вы уже знаете. Я считаю, что индивидуализм, индивидуальный подход в первую очередь, конечно же, нужен только в питании, потому что эктоморф, эндоморф, мезоморф, неважно относительно упражнений. Если кто-то говорит обратное, то, на мой взгляд, человек просто не понимает анатомию, физиологию. С питанием, да, через питание нужно смотреть. Тем более, что это вообще психотипы, кто не знал. Это придумали психологи. Потом взяли уже на вооружение диетологи. Но к тренерам это не должно относиться именно к подбору упражнений. Потому что приседания одинаково хороши, одинаково работают, становые тяги
лучшее упражнение, так же, как и подтягивания и брусья. И вы не сможете мне доказать, объяснить, потому что это просто невозможно с точки зрения физиологии, с точки зрения анатомии, биомеханики, что эктоморфу, к примеру, лучше подтягиваться, а мезоморфу тянуть блок. Нет. Подтягивание всегда, при любых раскладах, и даже неважно, хотите вы набрать массу или похудеть, будет лучше, чем упражнение на блоке. Это одно. Второе, самое важное. Конечно, я понимаю, что сейчас мир настолько сумасшедший, настолько скорость большая, особенно те, кто живет в крупных городах, что хочется не задумываться уже над теми вещами, которые, к примеру, можно купить, да, к примеру, на той же программе тренировок. Но, повторяюсь, тогда нужно найти действительно хорошего специалиста. Но если смотреть с точки зрения психологии, это не должен быть авторитет. Авторитеты, друзья, это хорошо, но и одновременно плохо, потому что мы склонны по своей психологии не перепроверять то, что нам говорят авторитеты. Многие слепо доверяют тому, чему учу, что пропагандирую я, потому что для кого-то я являюсь авторитетом. Но это тоже неправильно, потому что я такой же человек, я могу ошибаться. И чем выше степень учености у человека, тем у него лимит доверия выше. Это тоже совершенно, друзья, неправильно. Но это так, краткое такое вступление. Сейчас я попробую отвечать на ваши вопросы, поэтому не отключайтесь. Давайте будем с вами немножечко дискутировать в режиме диалога уже, а не монолога. Переключаю камеру на более хороший, приятный вид. Перед тем, как пойти позагорать, сейчас, друзья, мы с вами пообщаемся. Возвращаюсь к началу эфира и буду смотреть и читать ваши вопросы. Привет, привет, привет. Какую марку спортпита порекомендуешь? Вопрос от Кати. Катя, я не знаю, где ты живешь. Лично я здесь как раз-таки приверженец старого. Нового тоже, конечно, очень много, но я и сам выпускаю сейчас здесь в Америке линейку питания. И у меня есть знакомые, которые выпускают питание. На самом деле сейчас, имея желание, имея определенную сумму, любой человек может выпускать свои линейки питания. Вот вам небольшой пример. У меня есть друг, он там выпивает хорошо. Ну, как друг, знакомый. Худой, никогда не тренировался. Но он один из лидеров на Амазоне по продажам спортпита. Причем своей линейки спортпита. И что интересно, у него больше 50 наименований спортпита. Как это делается? В принципе, это не говорит о том, что это некачественно или не работает. Человек приходит на завод, на любой завод, который производит спортпит, заключает договор, говорит, какие продукты он хочет выпускать, что в них должно быть. И эти заводы, уже которые имеют опыт, все, составляют ему такой продукт, делают ему дизайн, либо он сам заказывает дизайн у кого-нибудь другого, и потом продает эти продукты. Естественно, здесь они в Америке проходят сертификацию на соответствие качеству и заявленному ингредиентному составу. Так вот, покупать такие продукты или нет, конечно, ваше дело. Я покупаю GNC, на мой взгляд, одна из лучших фирм, и также я доверяю Optimum Nutrition. Компании, которые, к примеру, MuscleTech, тоже неплохие, но вы должны понимать, что по началу своей карьеры
сейчас, честно говоря, я не знаю, они тратили чуть ли не 80% прибыли на рекламу. И сколько оставалось у них на то, чтобы выпускать действительно качественную продукцию, задумывайтесь сами, друзья. Поэтому пробуйте, пробуйте. Если найдете что-то свое, что вам нравится, приобретайте. Особенно если вы сейчас живете в России, я, к сожалению, не владею информацией, но в связи с санкциями, в связи со всеми этими нехорошими ситуациями в мире, я знаю, что российский рынок тоже пополняется продукцией. Насколько она качественная или нет, не могу судить, никогда ее не пробовал. Так что, друзья, лично рекомендации от меня, если у вас есть возможность, покупайте GNC, Optimum Nutrition или ихнюю дочернюю компанию BSN. Так, следующий вопрос, если он у нас. Расскажите про Cheat Day и Cheat Meal. Да, в последнее время очень много приходит таких вопросов, друзья. Что я могу вам сказать по этому поводу? Самая большая и распространенная ошибка среди занимающихся, среди тех, кто следит за своим питанием, контролирует свой дневной рацион, потребление калорий, это наивное желание. Так вот, cheat meal – это, друзья, то, что вы можете делать, но нужно понимать, это не значит, что вы можете позволить себе есть и обжираться любыми продуктами, любыми вредностями, какие вам нравятся, какие вы хотите. Нет, нужно придерживаться также качественно подобранных продуктов. Но если вы намеренно в течение определенного времени, в течение недели понижаете калорийность, понижаете количество поступаемых калорий, то вы можете устраивать себе 1-2 дня в неделю таких дней. Но качество калорий должно сохраняться на прежнем уровне, быть высоким. Никаких трансжиров. А вот количество вы можете повышать. Лично мое мнение и то, как я слежу за своими учениками, лучше всего работает белково-углеводное чередование. Так называемые горки. Это самое безопасное для организма и самое действенное. Так что думайте, друзья, головой, что и когда вы кушаете. Опять-таки, не стоит забывать про инсулин и про то, когда его можно, а когда нельзя. Это очень и очень важно, важный момент. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Здравствуйте, вредны ли выпрыгивания для коленей? Друзья, выпрыгивания для коленей не вредны. А что вредно для коленей? Для коленей вредно спрыгивание. Потому что, когда мы запрыгиваем, при хорошей грамотной технике, все для коленей нормально. Но вот когда мы спрыгиваем, то есть когда мы прыгаем в яму, грубо говоря, это вредно. Поэтому, если вы делаете запрыгивание, то желательно, а точнее обязательно не спрыгивать, а сходить с той опоры, на которую вы только что запрыгнули. Что скажете про программы Вейдера? Друзья, у меня целая куча, огромная информация в моих статьях по этому поводу. Пожалуйста, почитайте, потому что здесь я не смогу в двух словах вам рассказать про это. Скажу только, что для натурала в большинстве случаев программы Вейдера это не то, что нам нужно. Что лучше съесть или выпить сразу после тренинга? О, друзья, ну это же в последнем больше всего информации у меня и в статьях, и в видео. Банан. Сразу после тренинга банан. Банан. На крайний случай воды с сахаром. Спасибо за ответ про спринт, Егор. На здоровье. Спортпит, улыбочка.
Еще улыбочки. Не знаю, наверное, у кого-то мои ответы вызывают смех. Что лучше для выброса гормонов перед тренингом? Становое или приседание? Одинаково, друзья, посмотрите, не только становое и приседание являются хорошими гормоновыбрасывающими упражнениями. У меня есть статья и видео, где я рассказываю о всех таких упражнениях. Те же запрыгивания на высокую опору тоже будут хорошим гормоновыбрасывающим упражнением. Устарели программы Вейдера? Немного ли там упражнений? Да, друзья, еще раз отсылаю вас к своей статье, к своим книгам, где я конкретно об этом рассказываю. Для натурально тренирующегося парня, а тем более для девушки, программы Вейдера бесполезны. Егор, что делать с желанием постоянно есть после тренировки, особенно после интенсивной? Просто неудержимый жор. Просто берешь банан и ешь. Со временем, на самом деле, вы научитесь контролировать себя. Просто мозг у нас очень и очень требователен. И он не любит привычки изменять, особенно когда мы понижаем его питание. А питается он глюкозой, поэтому, друзья, все делайте очень плавно и постепенно. Тогда не будет стресса ни для организма, ни для вас в целом, для психики. Егор, я тренируюсь по вашим рекомендациям, меня все устраивает, но хочется попу побольше. Смотрю на девочек, которые делают приседы в тренажере Смита, и видно, что попа красивая. Знаю, что это вред. Да нет, друзья, попа красивая и есть у девочек, которые вообще никогда не приседают. Понимаете? А приседать со штангой с точки зрения эффективности в 1000 раз эффективнее, чем приседать в машине Смита. В машине Смита можно приседать, если делать гак-приседания. Но для этого есть и гак-станок. Это когда вы далеко выставляете ноги вперед и садитесь. В таком положении вы можете приседать в машине Смита. Но классические приседания женщине запрещено просто категорически делать в машине Смита. Привет из Ростова, спасибо. Придерживаюсь твоих рекомендаций по питанию. 3 недели, тело стало заметно лучше. Спасибо, Катя. Если сделаешь фотографии или видео, вообще будем благодарны. И я, и, думаю, другие подписчики. Привет, Егор. Почему трудно учить тупых тренироваться грамотно? Они постоянно со мной спорят. Устал. Да, друзья. Сложно кого-то назвать тупым или умным, где критерии. На самом деле сложно обвинять людей, которые видят, когда фитоняшки, которые накачали попу приседаниями, а потом либо вставили себе импланты или подсели на стероиды, стали делать махи, различные упражнения в тренажерах и говорить о том, что именно таким способом можно улучшить свои ягодичные мышцы. Это неправда, но основная масса молодых людей смотрит на это и, естественно, доверяет. Мы ведь привыкли доверять людям. Какую книгу посоветуете прочитать для зеленого тренера? Друзья, в первую очередь прочитайте «Спортивную анатомию». А во вторую приобретите 2 мои книги. Напишите мне в личку, я вам скину, как можно их приобрести. На сегодняшний день, я думаю, лучше для натурального грамотного тренинга вы просто не найдете. Как бы пафосно с моей стороны это ни звучало. Упражнения для спины, протрузия, которые вы рекомендовали, просто супер. Спустя 2 месяца стало намного лучше. Спасибо огромное. Да, друзья, на здоровье. Мне очень много приходит подобных отзывов, что особенно приятно и настраивает меня, естественно, работать дальше, давать вам советы, рекомендации. Обязательно, кому это помогло, пишите. Егор, спасибо про ответ про колени. Если делать не на опору, запрыгиваете, а именно с места и колени к груди. Есть ли здесь вред для коленей?
Ну, друзья, во-первых, нужно все делать обязательно с разминкой. Если грамотно делать, то большого вреда, наверное, не будет. Но если вы подросток, много прыгать на самом деле нехорошо. Я занимался футболом, учился в спецклассе по футболу и был вратарем. Прыгали мы невероятное количество раз. Тем более тренер у нас тоже был сам вратарь. И что вы думаете, у меня кости выросли неправильно. У меня болезнь Шлятера на обоих коленях. У меня как бы два колена получаются. Так что думайте, друзья, всегда головой. Лучше, конечно, запрыгивать, если есть возможность. Если нет, прыгайте, но мягко приземляйтесь. Быца принимать каждый день или только в дни тренировок? Каждый день, конечно, друзья. Все зависит в первую очередь от ваших финансовых возможностей. Но БЦА такая добавка, которая лучше работает, когда вы ее применяете, используете регулярно. У меня изменилось тело, стало лучше питаться. Стараюсь правильно, но вот внутри часть бедра никак не худеет. Друзья, есть места, которые худеют в последнюю очередь. Есть места, которые очень сложно поддаются корректировке, особенно если вы не придерживаетесь все-таки питания грамотного, а это только можно, записывая, все контролировать. Потому что если вы не записываете, рассчитываете на свою память или на свое воображение, поверьте, ничего хорошему это не приведет. Мы склонны занижать, завышать, а это не является адекватной реальностью. Так что записывайте. И советую почитать мои статьи «Похудение от А до Я», «Инсулин» и «Локальное жиросжигание». Вам это очень сильно поможет в вопросах похудения именно определенных частей тела. А прыжки со скакалкой тоже не рекомендуешь? Я не люблю скакалку. Нет, ну не любишь – не делай, но прыгать на скакалке можно. Что нужно делать, если от рождения ноги сами по себе объемные, и сколько бы я их ни тренировала, они меньше не становятся? Спасибо. Есть определенные методики, которые описаны у меня в статье, как вот именно убивать мышцы таким образом, чтобы они худели. Это очень-очень сложно, потому что требует, помимо тренинга, который гораздо больнее, интенсивнее, чем обычный тренинг на массу, требует еще очень жесткого контроля питания. Поэтому почитайте, подумайте, сможете ли вы придерживаться такого режима тренинга и питания. Ну что, друзья, спасибо за то, что были. На сегодня, я думаю, хватит. Пишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы чаще проводили такие сеансы общения совместного. И пишите время и день, когда лучше это делать. Всем пока, увидимся в тренажерном зале.